того, что, типа, бля, вибраторы, пиздец, это так хуёво. Слушайте, блядь, лучше малолетки будут дрочить, да, покупать себе за 600 рублей вибраторы, нежели они будут трахаться, блядь, непонятно с кем, на всяких вписках, блядь. Лучше вздрочни, чем отсоси у кого попало. Вот и всё. Мой вам совет, блядь, дрочите. Потому что дрочка с сифилисом, СПИДом и ВИЧем еще никого не заразила, блядь. А случайные половые связи, да. Так что слушай маму, если нет вибратора, два пальчика заменяют мальчика. Все в порядке. Подрочила, блядь, успокоилась, нахуй, пиздец, блядь, я 3 дня, блядь, мучилась, думаю, пиздец. Самое, знаете, блядь, у меня, нахуй, целая коллекшн была вибраторов, потому что я угораю по БДСМ штучкам всяким, вот. Внимание. Вот эта ебанина стоит под 10 денег. Я думаю, ебать, генератор идеи жизни, нахуй. Никогда в жизни вообще ни один член не сосну, в рот не возьму. Позавчера он наебнулся, нахуй. А знаете как, блядь, он перестал заряжаться. То есть аккум там его хватало на 5 минут. Я такая сажусь. Блядь, я не могу, я вам хочу это рассказать, но это так пошло. Ну похуй, давайте. Мою репутацию уже ничем не испортить, мне поебать. Я такая, все, ложусь дрочить. Да, думаю, бля, ебать, сейчас как кончу, нахуй, блядь, прям ебаный в рот, нахуй, месяц хуй не захочу видеть. Сука, проходит 5 минут, а так как у него аккумулятор уже поднаебнутый, потому что, у меня такая хуйня, что, типа, если я не подрочу, я буду злой, вот. У меня будет депрессия, нахуй, вот эта вся хуйня. Пока второй раз не села через час дрочить, думаю, все, ну вот сейчас точно кончу, вот прям вот сейчас. Спустя 5 минут работы, я уже такая на грани, думаю, все, нахуй. Он садится, блядь. Слезы, крики, обида. Думаю, третий раз алмаз. Бог любит троицу. Заряжаю его опять 1.5 часа. Думаю, ладно, хуй с ним. Он проработал 8 минут. В тот момент моя последняя нервная клетка зашла на Казань Экспресс, блядь, и заказала вибратор за 600 рублей. Вот. А знаете, почему выбор пал именно на этот вибратор? Потому что у меня есть второй, точно такой же, розовый, но при переезде, к сожалению. А я все свои... Ну, ладно, я один вибратор хотя бы в поездку беру, чтобы в отеле подрочить, потому что я вам нужна в хорошем настроении и бодром здравии. Если я не подрочу, я буду убивать. Убивать... С улыбкой наебали, блядь.